Итак, привет всем подписчикам и гостям канала, рад видеть вас снова. 13 тысяч на канале, спасибо, ребята, что вы со мной. Ну и подписывайтесь, кто еще не подписал. Сегодня в обзоре будет несколько аксессуаров для Xiaomi Redmi Note 2. Вот такой вот парад чехлов сегодня сделаю. Первый вариант, который я получил, это вот такой бампер. В принципе, давайте его оденем, посмотрим. Или начать с самого хорошего. Вот сейчас, который снимаю, это, как оказалось, лучший вариант. Очень хорошо проработаны кнопки, в отличие от остальных, их чувствуешь на ощупь. А ребрение вот здесь вот качественное очень поверхности. Сам он мягкий, силиконовый. Здесь шершавый пластик, как Soft Touch. Здесь глянец немного, но он жирных отпечатков не собирает. В принципе, здесь есть бортик хороший по высоте, что защитит его в случае падения очень здорово. Ну и совпадают все отверстия снизу, сверху, микрофон, камера, вспышка и динамик. Все прекрасно. Этот самый дешевый чехольчик с волной, как он называется, довольно популярная какая-то компания делает однотипные чехлы на все виды, миллионы видов, наверное, устройств уже. И стоит доллара полтора. Очень клево. Ссылка, если что, внизу. Так, вот сам Redmi. Великолепный, надо сказать, телефон. Но скользкий из-за того, что углы тонкие, скошенные. Здесь он не собирает отпечатки пальцев, очень интересное покрытие, но скользкий он настолько, что вот 5 градусов наклона, и он уже покатился моментально. Второй вид чехлов, вот этот зелененький, тоже очень все хорошо совпадает, но вот здесь вот не прочувствовать кнопки, во-первых, они почти не выделены. Вот. И второй недостаток, то, что иногда он задирается. Вот, видите, он практически здесь слабо фиксируется. Эту силикошку даже сдвинуть очень сложно. Здесь немножко халтура с зацеплением за бока. То есть, тоже рамочка есть, которая возвышается над поверхностью стекла, но она, надо признаться, минимальная. Так. Но выглядит презентабельно, цветов много есть и стоит также меньше $2, что-то около полутора. Это с доставкой в России. Дальше. Самый простой чехол, который стоит 60 центов. При этом, когда я решил его в России купить, неизвестно было, дойдет ли смартфончик, поэтому не сразу заказал чехлы по ошибке. Так получилось. А чехол неожиданно от JD.com все-таки пришел. Тьфу, то есть телефон пришел за 119. При попытке купить такой бампер, оказалось, что у нас в Калининграде на него ломят 500 рублей цену. 500 рублей, ребята, барыги просто чумачечи у нас. 60 центов, как я уже говорил, он стоит. Это если поштучно брать с доставкой в Россию. Не лучший, я вам скажу, вариант. Тоже некоторый микроскопический бортик он создает вдоль экрана. Дырки вроде совпадают. Выглядит все это как Nokia 80-х годов, тоже были такие силиконовые бампера. Здесь вот он, например, вообще не держится. Ну, 60 центов и 60 центов на первое время как бы подходит. Кнопки здесь также ничем не выделены на ощупь, только их прощупывать интуитивно. В принципе, от падения на углы он, конечно, защитит немножко. А вот борта и все остальное нифига. Кака, в общем. Ну и еще пришел мне наконец-то вот такой задник полностью. Матовый за $3. 2,86 также их можно приобрести. Сейчас посмотрим, как он будет выглядеть на телефоне. Так. А выглядит он замечательно. В принципе,
почти как фабричный оригинал, но менее скользкий. Я думаю, что уже не под таким легким наклоном он будет скатываться. Матовый пластик великолепно. Никаких огрехов, никаких облоев. Вроде вот здесь только мне не нравится чуть-чуть. Оригинальная такая крышечка, между прочим, стоит около 10-14 долларов. 10 это по большим-большим праздникам. Так, ну вот и все, что я хотел, наверное, рассказать об аксессуарах, которые я получил. Приедет еще крышка металлическая, еще пластиковая с металлическим ободком. Покажу вам скриншот за 4 доллара. Еще существует огромное количество аксессуаров, чехлов, бамперов. Но это то, что вот мне попалось и то, что я люблю. Это бампер, который защитит от падения. В принципе, такая штука, кроме как прям идеально плашмя на асфальт или на камень, который окажется на асфальте, от всех остальных вариантов падения углы первыми принимают обычно удар. Здесь довольно толстый силикон такой прорезиненный. Должно защищать отлично. В таком же чехле с волной, между прочим, у меня даже планшет. Нет, от фирмы той же, но другой немножко. Тичел у меня был в таком же чехле Т100С. Эти чехлы всегда очень неплохо себя проявляют.